Спасая жизнь мусора, в Армении нашли применение опасным отходам из пластика. Их перерабатывают и превращают в полезные вещи. Какие? Узнала Арпи Меликян. Пластиковая тара, пакеты, макулатура. В пункте сбора такой ажиотаж бывает дважды в месяц. Отходы у жителей Еревана принимают студенты-волонтеры. За два месяца набралось почти 3 тонны мусора. Изначально мы отправляли на перерабатывающие заводы только макулатуру. Затем я узнала, что в Армении перерабатывают также пластик. Поэтому мы начали сотрудничать с такими компаниями. Решили создать что-то полезное из мусора, тем самым давая вторую жизнь отходам. На этом заводе пластик сортируют, разделяют по цвету, измельчают и промывают. В месяц перерабатывают до 25 тонн. Из вторсырья здесь же производят мухобойки и вешалки. Мы перерабатываем все виды пластика. В последние 2 года люди стали активнее приносить мусор. Постепенно развивается культура раздельного сбора и утилизации отходов. Это значит, что людям уже не безразлична наша экология. На заводе также производят горшки для цветов, ведра, шариковые ручки и туалетную бумагу. Продукцию реализовывают члены экологического движения через интернет-магазин. О такой акции я узнал несколько дней назад и решил купить вешалки армянского производства. Я взяла ручки. Они дешевле, чем в магазинах, но и, конечно, понравился их дизайн. Молодые борцы за экологию также планируют наладить производство сувениров. В качестве сырья будут использовать мусор. Арпи Меликян, Арман Симонян, Мир 24.